Так, ну что, ребят, продолжаем. Всем привет. Пишу дальше, как я говорил. Сделал несколько крутых вещей. Что я вам хочу сказать? Я прикупил себе не копье, прикупил себе новое заклинание. Почему-то я подумал, что это будет гораздо разумнее, гораздо практичнее. И знаете, ребят, не прогадал. Это... Ну вот просто вот максимально офигенная вещь. Я прикупил себе Fireball. И теперь, в принципе, могу спокойно всех выносить. Практически любого. Ну вот на данный момент я пробовал, тестировал, завалил вот гиганта. За него, кстати, дается 1000 душ. Много, мало, не знаю, но приятно, тем не менее. Так. Демонстрирую. Для фарма просто великолепно, я вам серьезно говорю, никаких проблем. Просто два фаера, один фаер, смотря какой враг. И все твои. То есть вот эта локация сейчас, это, по-моему, самая жирная локация для меня, на которой можно нормально пофармиться без каких-либо проблем. Не знаю, не пробовал еще, что происходит, если очень много врагов, как себя фаер показывает. Но вот сейчас, я думаю, самое время... посмотреть. У меня единственное, что надо ману больше прокачать, потому что маны, конечно, не хватает. Но я работаю над этим, уже 5000 вкинул. Все вкинул именно в ману, чтобы более-менее хоть немножечко мне хватало. Так, найден кусочек карты, отлично. Я думаю, это пригодится. Так, давайте-ка ману пополним. Хорошо. Она все равно потом... Так, кстати, помните, да, этого типа? Он все так же сложен. Но его реально убить. Если бы я, конечно, хоть раз попал сейчас, я в шоке. Так, вот это было хорошо. Он как раз-таки открылся. Потому что, когда он за щитом, на него очень мало дамага проходит. Я вот реально поражаюсь. Действительно достойный соперник. Вот сейчас хорошо было. Так, хорошо, мана надо. Тут именно в моменте атаки просто, когда он на тебя открывается... Это прям очень хорошо, видишь? И ты умираешь. Ты должен был умереть. Да, он меня сейчас еще и убивает. Ты представляешь? Он должен был умереть. Но фаер прошел, дамаг не нанес. Типа он с контр реагировал. Жесть. Даже сейчас он умудряется меня убить. Хотя перед этим, как я говорю, реально зачистил всю локацию, убил великана. Протестировал, поучился его бросать, все. И как всегда, вот я не знаю, с чем это связано, но практически всегда, когда ты пишешь видео или снимаешь стрим, игра идет хуже. Так, хорошо. Твердость духа. Не знаю, на что влияет твердость духа, но она у меня часто повышается. Хорошо. Так, это мне было не нужно. Так, хорошо, убил. Ну и где мой лут? Что-то лута нету. Реально лута нету. Ну ладно. Ну от этих вообще изи убивать. Два фаера, и они умирают. Ну даже, видишь, если в спину летит, то одного фаера достаточно, чтобы его полностью убить. Это хорошо. Со щитом, вот когда они в щите, то надо три фаера. Когда он открывается при ударе, видишь, можно их подлавливать. То тогда, конечно же, проходит полный дамаг, и двух выстрелов фаером достаточно. Но пока что это, по-моему, лучшее мое приобретение за души. Посмотрел, что там еще есть. Ну, все остальное в основном на групповые заточенные игры. А учитывая то, что я играю сам, то там, в принципе, никакой нужды в нем нету. Так. Иди сюда. В атаке ты пропустил. Ну, ё-моё. Обидно, конечно. Там должен был быть фаер прямо в него. Но в итоге получилось... Ну, вот видишь, опять...
Харе меня убивать, слушай. У меня как бы фаер, и я умирать не хочу. Так, где моя фляга? Мне флягу кто-то пополнит или нет? Вообще не пополняют. Я уже вроде бы и группу их зачистил. А пополняшка не идет. Ну ты умираешь. Хорошо. У меня всего одна фляга осталась на ману, и боюсь, что мне не хватит ее, чтобы убить копейщика. Вот даже если сейчас полный дэмэдж пройдет в него, видишь, то мне все равно не хватает. Как бы я не хотел. Хорошо, обмен прошел. Тихо. Давай, будем подлавливать на вот этих моментах. Смотри, он вот это единственный пока враг, который уворачивается от фаера. Ты чё, охренел? Как это вообще возможно? Мне этот бот просто раздражает. Ну? Хорошо. Полгода ходил, зачем ходить? Ну, это просто на терпение называется. Враг на терпение. С ним вот этот очень длительный файт просто на терпение. Мне интересно, я с коня смогу кастовать? Так, вот это сейчас было рано. Может, маны не хватить мне. Надо не мазать. Хорошо. Тихо. Ушел. Но у меня маны на 2 каста осталось. Ну, по идее... По идее, я сейчас могу умереть. Собака. Фух. Это было страшно. Но я же говорю, я все зачистил. Возможно, еще кто-то в лагере остался. Вон, вижу, по-моему, одного. Но что-то захват цели никого не находит. Если еще кто-то остался, то тогда я понимаю, почему мне не восстановили хп. Но если никого не осталось, то, пожалуйста, восстановите мне фляги. У меня фаеры кончились. Так, ну тут я никого не вижу. Получается, вот этот вот последний остался, что ли? Надеюсь, что да. О, нет! Нет! Да за что? Ну, это плохо, конечно же. Очень плохо. Ни одной фляги нету. Это очень плохо. Навряд ли я его затащу. И я умираю. Не, увернулся. Давай, до свидания. Ну, тут я умираю, все. Давай. Пожалуйста, с тобой попрощаемся. Конь мой ясный, прискочи. Так. Потому что умирать не собираюсь как-то. Мне бы фляги наполнить только. Да и все. Так, вот плохо, что нельзя просто зайти, наполнить фраги и выйти. Это коротание времени. Разобновляют всех врагов, мне это не нравится. Но получается, 3 фляг мне никак не хватает. Кстати, можно же распределить, да? Перераспределить. Да, вот так вот, наверное, давайте сделаем. 4 фляги мне это точно должно хватать. Если что, я могу вообще все в ману поставить. Хил у меня есть тоже. Так что, возможно, это будет даже более разумно.
Сейчас давайте попробуем так зачистить. Все-таки. Лута. Я хочу выбить лут с того парня. Но никак у меня это не получается. Так, где-то тут должен быть еще один. Я его два раза, получается, убил, и ни разу мне с него ничего не упало. Огорчен ли я, конечно. Иди сюда. Иди сюда. Хорошо. Один файер, один труп. Вот это просто идеально. Если бы так всегда было. Так что тут? Я тут не читал. Вау, даже так можно? Слушай, так может и перед этим можно было там тоже так сделать? Там такая же самая телега есть. Ну нифига себе, слушай. Любопытно. Подобрал какую-то палочку. Ага, плохо. Тихо, тихо, тихо. Ой, хорошо ты. О, да как я мог сейчас промазать? Ну вот прям в него же летел. Он две фляги подряд. Ты издеваешься. Ну ты издеваешься. Ну как можно две фляги подряд сейчас было использовать? Хо-хо-хо. Все удары прошли. Просто великолепно. Хорошо. Но вот то, что использовал наконец-то стальные перчатки. Что за перчатки? Они, наверное, такие же, либо как у меня, либо похуже будут. Где мои перчатки? Угу. Я понял. Так, снаряжение, перчатки. Ой, так они намного лучше. Слушай, отлично. Вот видишь, я знал, что с него сталь будет выпадать, ну, потому что у него как бы стальные доспехи, это понятно. И я не ошибся. Хорошо. Так, тут еще пару осталось. Я надеюсь, что когда они все умирают, то все-таки... восстанавливается полностью фляжка. Потому что мне будет крайне обидно. Но не иди ты с ним в размен, забей, это гиблое дело. Спалил, да и все. Вот с этим, кстати, можно идти в размен. Они умирают спокойно. У них нету щитов, они открытые. Иди сюда. Хорошо. Вот этого есть щит, но дефает он слабо. Особенно, когда под удар попадают. Тихо, 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 волчара. Тихо. Я тебя и так убью. Я на тебя не буду тратить свои силы. Так. Вот видите, одна фляжка. Да, вот, пожалуй, такой сетап отличный. И отлично. Когда по тебе не попадают... А это плохо. Ты откуда взялся? Слушай, ты что, дурной? Тихо. Фаер не буду тратить, не хватит на остальных. Тут их еще много. Так, надо убить того со щитом. А этих, если что... Стоп. Можно что-то получить. Хорошо. Тлеющая бабочка, великолепно. Так, иди сюда. С одного, да, должен убивать? Хорошо. Отлично. Это плохо. Этого не убиваем. Не защищаем. Это плохо. Ну, не хватает мне маны все равно. Но если бы я там две фляги тогда не использовал, то было бы как раз таки впок. А так, пошли-ка мы отдохнем. Посмотрим, возможно, можно будет что-то там прикупить. Я так понимаю, оно у них достаточно часто обновляется. Нет, 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 нет.
Тихо, один удар, я умер. Так, тут есть босс на всаднике, но босс на всаднике очень быстрый, если этот умудряется уворачиваться от всех фаеров, которые с копьем и щитом, то тот так тем более будет уворачиваться. Но вот сейчас играть, конечно, гораздо приятнее. Блин, я было сначала расстроился, что взял этого персонажа. Как бы тот поджих, он вообще ничего толком не давал. И понимал, что, ну, наверное, будет тяжело играть. А от игры все-таки хочется получить какое-то удовольствие. Так, хорошо, это мы выкидаем. Я хочу себе только копья. А, не знаю, мне нравится. Или же какой-то посох волшебный. Но такого я пока что не встречал. Возможно, встретим. Вот если найдем какой-то посох, то да. Пока посоха не будет. Где-то я потерял одного торговца. Видел, находил одного торговца и сейчас не могу нигде найти. Вот у него было прям великолепно. Оружия много, но сейчас я не вижу. Так, 112. Ну, прям очень мало. Плюс 6, плюс сует. Ну, блин, ну, это максимум один касс, наверное. Ну, как мне кажется. Что крайне мало. Так, хорошо, здесь мы были, там мы были. Куда мы отправимся? Так, найдена новая карта Земли Замогилья Запад. Замогилья. Хорошо, хорошо. Это прям хорошо. Слушай, мы открыли новый кусок карты. Но у меня же здесь, получается, ничего нету, да? Да. Хм. Ну вот, вижу я мост, по которому можно как бы как-то пробраться. И получается, ну здесь у меня, по-моему, босс. Получается, чтобы мне сюда прийти, мне, наверное, нужно будет убить босса, потому что здесь везде скалы. Скалы, соответственно, я пройти не могу. Туннель. Ну, блин, но там босс сложный. Давайте попробуем убить его. Я пробовал, когда тестировал это все дело, но у меня не было фаербола, и до половины я его сносил просто копьем. Получается, если у меня будет не просто копье, мы, возможно, сможем его даже не легенько накосать, а прям вот серьезно-то. Так, давай, да, призыв обязательно. Пока он будет на Роджера отвлекаться, мы его фаер мы и забросаем. По-моему, у меня уже отличная стратегия. Так, 4 фляги. Хорошо. Фаер есть. Ну, Роджер, надеюсь, нам повезет. Как бы ты чародей, я чародей. Мы тут рядышком. Все, ты готов? Нет, не готов? Давай, пожалуйста, Роджер. Не понимаю. Давай. Ну, вроде как он готов. Ну, надеюсь, по крайней мере, что он готов. Да, Роджер готов. Тихо. Роджер, убивай его нахрен. Давай, давай, давай. Пока на Роджере отвлекаются, я должен ему максимально много дэмэджа нанести, потому что Роджер тоже ведь... Он не железный, как и я. Если бы у босса еще и ХП не восстанавливалось, это было бы просто офигенно. Все, я умираю, да? Да. Клиночки, клиночки. Поехали. Давай, у Роджера половина ХП, у босса еще много ХП. Слушай, Роджер-то умирает. Тихо. Давай, трохай мне побей. Иди сюда, паскуда. Все, я умер. Блин, это было очень близко. Но ничего. Так, вот тут, наверное, мне надо перераспределить. Я кажется, мне три фляги это будет более чем достаточно, чтобы его убить. И две фляги на ХП, потому что я не успею закастовать. И отхилить себя. Так, фляги. Распределить фляги. Давай вот так вот. Да, окей, хорошо.
Вот если бы у него осталось так же ХП, как и было, это было бы просто великолепно. Роджер. Конечно. Как же без призыва помощника-то? Он мне нужен. Фух. Ну. И надо меньше все-таки себя подставлять. Пошли, Роджер. Так. Но зачем мне сносить ХП? Я не понимаю. Я уворачиваюсь-то зачем, по-твоему? Да, и как это так? Ты зачем меня так больно бросаешь? Уворачивается от фаера. Мои души. Роджер, вставай. Нет, 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 нет. Ну почему ты меня убиваешь? Какого хрена? Я от тебя увернулся трижды. Мало ХП, мало дефа. Нужны стальные доспехи. У них как бы будет защита намного лучше. Ладно. Пошли выбивать. Так уж и быть. Иди сюда. Да уходи. Хорошо. Давай, твоя очередь. Но если бы мы еще и попадали, было бы вообще хорошо, да? Что за фляга? Давай, ты еще начни уворачиваться. Но нет, этот не уворачивается. Это хорошо. Так, мне нужен лут, пожалуйста. Так, вот этого... Нет, это тот же. Я думал, это с остальными доспехами. Так, хорошо. Череп. Черепа отвлекают, просто жесть. Да, мне так хотелось убить этого босса уже. Но, видимо, не судьба пока что. И что? Ну, зови. Типа, напугал меня, да? Так. Я тебя умоляю. Этот в кустах пожизненно сидит. Давай, давай. Где я? Захват цели. Кстати, удобная вещь, блин. Я как-то сначала не начал ею пользоваться, а потом все-таки распробовал и, ну, действительно очень полезная вещь. Мне нравится. Так, хорошо, фляги мне восстановили. Это означает, так, латунный щит. Вот этот щит весьма неплохой. Может быть, даже разумно взять его вместо копья и просто бегать. Для дефа использовать щит, а для всего остального просто использовать fire, да и все. В принципе, ну блин, этого должно более чем быть достаточно. Так, пошли этой дорогой тогда, здесь пофармим. Так, ты сгорел вместо другого, но ничего, бывает. Ты умираешь, ты слабый. Сказал, ты умираешь. Ты слабый. Так, головной убор пехотинца. А ты куда уходишь? Твоих парней убили, а ты уходишь. Ну, как бы непорядок. Чё ж ты убегаешь-то? Я смотрю, все бегут туда. Убивать этого босса. Ну, я искренне надеюсь, что у ребят это получится. И у них получше
амуниции, нежели у меня. Сколько у меня душ? Так, душ у меня не хватит. Так, подфризило. Бывает. Игра, конечно, подфризивает. Не скажу, что прям часто, но бывает. Что это у нас за дерево? Что за дерево? Просто столб. Волчонок. Шел бы ты домой просто, да и все. Ну что, тебе не спится? Умираешь. Сказал же, что умираешь. А белый волк есть? Мне с белого волка лут так и не выпал. Вот тут я получу сейчас, да, больно. Да, ты задолбал, слушай. Умирай. Хорошо. Фляги мне вернули, можно пополнить. Так, ну тут все, да. Так, здесь я собирал очень много рун, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Да, вот у этих парней где-то здесь было захоронение. И, по-моему, здесь было очень много рун. Если будет захоронить, значит, будут и руны. Ну, с этих падают камешки рунные. Поэтому надо их убивать. Так. Не вижу. Так, а это что за парень? Здесь я не был. Но это, мне кажется, прям очень хороший противник. А ну-ка, парень. Я здесь не был. Ты хорошо дамажишься? Ой, да, ты, тебе хана все, а ты умираешь. Отлично, слушай, так с них, наверное, лут падает хороший. Здесь я точно не был. Огненные стрелы, прикольно. Ага, все, я знаю этого парня. Да, с этим мы встречались. Он очень сложный. Он очень сложный, и он меня может убить. Убивает! Убивает. Да. Он чё хп-то восстановил? У него было как раз на один удар, и все, жизни. Я же расслабился, я даже никуда не уходил. Смотрю, у него ровно на один удар. Но, блин. Так, давайте-ка на скакуне ускачем за своими рунами. Как бы я не хочу их терять. Сейчас этих двух убиваю. Давайте быстрее, ну пожалуйста. Что вы как улитки. Тихо. Ты умер. Ты умер. Все. Спокойно. Смирись. Кто-то еще умер. Так, стоп, никого нет. Все хорошо. Так. Угу. Конь мой ясный, приди. Так, этих всех мы пробегаем. Они нам не нужны. Пум. Но видишь, вот очень медленная атака на коня. Поэтому я практически на нем и не воюю. Но хотя против тех, у кого большие щиты, но реально эффективно, как мы уже успели проверить. Давай, я от тебя уйду, пожалуй. Хорошо. Так, мои руны. Тут тоже волки будут. С волками бодаться не буду. Руны, 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 руны. Вот мои руны. Так, а где второй? Мы его здесь подождем, да? Чтобы закастовать у него. Из-под тишка. Хорошо. Второй. И третий. Давай, мы должны успевать. Четвертый! Четвертый не должен был быть! Какой нахрен четвертый? Ты шо, придурок? Четвертый, ну это, конечно, кадр. Да ты умрешь или нет? Нет! Я умру. Fucking shit.
Ты посмотри, что творят. Уходим. Это жесть. У меня шок, конечно. И шок, и инфаркт, у меня все сразу идет. Какого хрена? Как можно было промазать таким сочным фаером? Да не тот мне надо, а этот мне надо. Чу-чу-чу-чу! Ты чё? Где мои заклинания? Дурак, что ли? Фух. Мне с него дроп упадет какой-то или нет? Слушай. Это не нравится. Мне нужен с него дроп. И где его товарищ, который меня в прошлый раз убил? И я не посмотрел, сколько с него падает-то. По-моему, очень много. Где-то 500, я думаю. Сложный противник. Может, и вправду попробуем со щитом. А? Что? Я как бы кого-то слышал. Я все-таки щит не канает сюда. Уходим, 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 уходим. Уходим, уходим. И попади, пожалуйста. Фух. Вот так вот должно было быть в первый раз. Не знаю, почему он решил увернуться или промазать, но вот так вот должно было быть. Так, ну здесь я тогда камень забрал или руну, что там было, я не помню. Так, твердость духа. Я здесь слышал гиганта. Против гиганта так, не хочу драться. Это очень долго и прям вот нервно. Но если я умру, мне обратно придется сюда идти. Я вижу душу. Ах ты ж, слабый колдунишка. Затаился здесь. Так, ну мне бы вот там засейвиться. Это было бы просто прекрасно. Но по идее это должно же быть мирное место, да? Так. Коснуться благодати. Отлично. Вот это то, что мне было нужно. Новая локация. Хорошо, это будет удобно. Так. Нет. Давайте-ка поговорим. Я тебя раньше не видел. Я Бернал. Погаший, как и ты. Позволь кое-что спросить. Тебя привела в Междуземье жажда сражений? Твоя вера в благодать не пошатнулась? Несмотря на крах золотого порядка. Моя вера не пошатнулась. Сейчас такая преданность на вес золота, не то что раньше. Не желаешь ли обучиться моим боевым приемам? Я опытный мечник, но у меня когда-то был учитель. Пришло время передать свое мастерство славной и достойной погасшей душе. Так, выучить навыки. Ну, вот эти навыки, это скорее всего для тех, кто будет все-таки драться вблизи. Так как меня это не интересует, максимум, что можно изучить, это парирование. Максимум. Но, не знаю, как по мне, на данный момент я в этом не нуждаюсь. И тратить на это души я явно не буду. Хорошо, 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 да. Что у нас тут еще есть? Какой-то камешек и, может быть, руна. Что-то ты бедноват. Обычно в таких локациях везде какая-то плюшка была. Ну, а здесь вот гриб. Все. Больше ничего. Но здесь есть благодать. Это очень хорошо. Так, мы, пожалуй, скоротаем время, наверное. У меня... Сколько у меня? Я не знаю. Возможно, хватит мне немного на ману. Да, на одну позицию. Плюс 6. Так... Мелкими-мелкими шагами, хотя и уже идет довольно большая затрата по душам, потому что плюс 6 уходит, плюс 2000 ушло за 6 единиц маны. Так, и это ж я себе хуже сделал, получается, я до утра поспал, этих обновил,
Их, в принципе, можно убить еще раз. Либо же пойти дальше посмотреть. Давайте-ка посмотрим. Пока у нас все-таки идет больше ознакомления, изучаем прекрасный мир Elden Ring. Так, что у нас здесь пишется? Я уверен, здесь сейчас прохода не найдем мы, но будет какой-то опять босс. Неубиваемый, непроходимый. Так, что у нас здесь? Осторожно, звук. Ну, я понял, что за звук. Это звук гиганта. Я не хочу с ним драться. Впереди ловушка. Колья я вижу. И вот, кстати, тоже колышек. Руки пока не здесь. Хорошо. Ну, возможно, я бы мог просто проскочить на коне. Что у нас здесь по карте? Ну вот, получается, я уже рядом с этим мостом, и у меня будет какой-то шанс как-то пробежать туда. Здесь тоже был какой-то поворот. Ну, вот здесь 100% будет босс. Но я бы хотел вот в Замогилье. Мне интересно, что там? Можно попробовать чисто на пробеге, но я в это мало верю, если честно. Это ловушка? А, да. Все, я спалился. Слушай, да мы с тобой обменялись прям, да? Это плохо, что мне на них не хватает прям одного фаера. Вот это мне не нравится. Уходи, дурак, уходи. Это сильный враг. Очень сильный враг. Я умираю, да? Да, в таком месте умереть. Но, в принципе, 500 душ. Ну, такое, это немного. И эта долбанная ловушка с колокольчиком. Получается, меня спалило. Так, ну, попробуем на лошади пробежать. Посмотреть же за могилью-то как-то надо. Потому что качаться, если на вот этих, это будет вот просто очень долго. Я понимаю, что дальше будет не легче, но любопытство-то надо утолить. У нас сейчас идет ознакомление, не полноценная прокачка, поэтому я за это как бы и не переживаю. Так, а вот сейчас я не спалился, а вот сейчас хорошо. А вот сейчас я пробежал, видишь. Там какой-то матерый волк был или медведь, что это было, хрен знает. Так, вот теперь здесь надо как-то... Да. Мне нужна помощь. Так, ты наверху, да? Кто это такой? Чё за чупакабрикус? Ну ты шарпей, конечно, конечно, шарпей еще тот. Стрёмный тип. Так, помогите, я застрял. Ты вообще безопасный, мужик? Или это какой-то босс? Атака сейчас не помешает. Да славится любвеобильный человек. Впереди любвеобильный человек. Да знаешь, что ты мне подсказываешь, что я сейчас его вытащу, и он меня просто втащит. Я его вытаскиваю, а он меня втаскивает. Вон, смотри, такой же, как и он, правильно? Слушай. Ну смотри, я как бы доверяю, но проверяю, понимаешь? А звезды, как же я рад тебя видеть. Я Александр, по прозвищу Железный Кулак, и легко заметить, что я застрял. Прошу, вызвали меня отсюда.
Просто хорошенько тресни меня сзади чем-нибудь увесистым, и я выскочу, как пробка из бутылки. Действуй решительно. Нет, не волнуйся, я не такое переживал. Так, ну давай попробуем. Ну, так а что? Ну давай, допустим, ликование. Так, хорошо. Ну допустим. А, ты справился, добрый господин. Ну, отличная работа. Твой могучий удар чуть было меня не прикончил. Смешно, да. Ну а теперь я свободен. И это главное. Прошу, прими это в знак моей благодарности. И что мы получили? Изысканное мясо. Ну, знаешь ли. И снова раз знакомство. Александр, воин Кувшин. Александр, железный кулак. За этими землями простираются небесные пустоши, пораженные красной гнилью. А на южной границе пустоши стоит замок Рыжей Гривы, где проходит фестиваль войны. Мне и прежде доводилось слышать о таких празднествах. Одно упоминание о них заставляет сердце биться чаще. Хорошо. Это понятно. Я ищу как бы благодать. Есть ли где-то здесь кусочек благодати? Ну, как бы мы пробежали достаточно много. Что это за босс? Осилим, не осилим? Да нет. Да нет, мне вот это надо. Не знаю. Наверное, осилим. Так, что там, не вижу. Как у нас обстоят дела? Тихо, какая большая самочка. Хорошо. А огонек она-то не любит, слушай. Хорошо. Тихо, отходим. Я не хочу, чтобы она по мне попадала. Так, фляжечку. Ну, как бы не туда. Вот вообще, слушай. Она выпустила свою клешню. Иди сюда. Иди сюда. И последний. Ты умираешь, сори. Так, что там? Ну, немного мне начислилось. Кладка осьминога. Хорошо, спасибо. Давайте зачистим тогда вот эту всю штуку. Плюс 14. Ну, немного, конечно, да. Ману-то я, наверное, их так могу убивать тогда. Да. Зачем тратить магию? Она мне еще явно пригодится. Так, я еще одну, кстати, кладочку подобрал. Хорошо. Отлично. А, ты еще живой. Так, хорошо. Грибок. Здесь нету никаких пасхалочек, ничего интересного для меня. Хорошо. 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 Убиваем. Так, вот комары меня раздражают, конечно. Они летают постоянно, и нужно долго ждать, пока он успокоится, налетается. Ну, ты понимаешь, да, вот о чем я говорю. Самый прикол в том, что ты, в принципе-то, и файером его не убьешь. Вот так вот, пока не попадешь. Так, что там, кладка осьминога? Не, голова гигантской стрекозы, хорошо.
Так, что у нас тут? Так, вот этот великан. Мы его, пожалуй, обойдем. Он нам пока не нужен. Вот просто ни к чему. Так, что у меня за фляга? Угу. Так, убьем. Ну и куда ты убегаешь? Ну ты ж... Вот он убежал? Серьезно? Да, он упал. Первый раз это такое было. Так, вот наконец-то я дошел к замогилью. Этого типа мне как бы надо пробежать. Вижу здесь благодать. Вот то, что я искал, наконец. Отлично. Так. Хорошо, благодать есть, надо скакун. Просто пробегаем этого черта. Это босс. Мы его не осилим. Все, что очень быстро двигается, очень сложно как бы осилить. Я надеюсь, меня просто не остановят здесь, как бы для обязательного боя. Потому что такое, посмотри на него, он явно неадекватен. Так, хорошо, за могилье. И что здесь может быть интересного? Так, вижу красивые большие деревья. Кстати, одно прям вот. Костер. Тихо. Костер. Кто у нас тут? Торговец? Враг? Враг. А, не, торговец. Прости, дядька. Прости, умоляю. Торговец-кочевник. Я не хотел. Ни хрена себе. Слушай, нифига себе. Да кого он прям хорош. У него невосприимчивость или его... Не, я все-таки наношу ему дамаг. Прости, я думал, ты враг. Отвечаю. Я тебя один раз только убью и все. Давай. Два удара, и ты умираешь. Все. Я не знаю просто, насколько вот эта его вспышка убивает. Да как ты можешь? Что я такого сделал? Да я ж не знаю, я случайно. Колокол, сфера торговца-кочевника. Вот, кстати говоря, вот она, та сфера. Так, да славится торговцы. Ну, прости. Которая нужна, в доме круглого стола. Так, впереди роскошный вид. Не могу не согласиться, но действительно очень красиво. Хорошо. Спалим, просто спалим и все. Один удар и намного проще, потому что панцирь попробует опробить. Хорошо. А я все ломал себе голову. Да что же это за сфера такая, где ее брать? Теперь понятно. Просто убиваешь торговца. Я не знаю, что интересно, восстановится ли он там или нет. Потому что если да, то это очень удобно. Но вот с этими ребятами я уже дрался, и мне все бы хорошо, если бы они не постоянно восстанавливались. О, колдуна я не видел, слушай. Это любопытно. А он сильный. И не все начинают. Видишь, они просто встают постоянно. И вот как их убивать? Это из-за колдуна они встают или из-за чего? Непонятно. Ты мне сферу сбил, да? Ах ты ж негодяй такой. Сейчас мы посмотрим, если он здесь без колдуна встанет. Ну вот как это убрать? Ну вот он обратно встает. Ну, так неинтересно, слушай. Какой мне смысл с ним бесконечно биться? Маны мне явно на него не хватит. Так.
На таких тотемах летучие мыши бывают, но здесь, походу, чисто. Но что-то есть. А, во. Летучие мыши. Я как бы не увидел этих шакалов. И сейчас из-за этого умру. Да. Не хотелось бы и от вас умирать, конечно же. Иди-ка сюда. Ты сильный? Нет, ты не сильный. Хорошо. Тонкие звериные кости, отлично. Так, ну сферу, в принципе, я-то уже все равно забрал. Мне и бодаться нету смысла с ним, но... Осмотреться там еще надо. Возможно, что-то еще есть. Но на таких тотемах всегда есть вот эти руны. Бедняка и прочая фигня. Так, да, я ее забрал, хорошо. Почему опять страдания? Ну, у нас тут очень большой мир жрет. Только посмотрите, я ни к одному еще дереву такому не дошел. Вот одно из них очень рядышком. И, наверное, в следующей серии мы к нему сходим, посмотрим, что там. Ну, а пока все, ребят, подписывайтесь.